Приветствую вас. Как вам сказать? Значит, не верю в гадалок. Потому что вера подразумевает, ну, то, что человек думает, что что-либо есть, да, просто потому, что кто-то что-то сказал. И я думаю, что это не самая лучшая позиция для взрослого серьезного человека. То, что предсказатели, гадалки являются такими бытовыми житейскими психологами, основываясь на интуиции, это факт. Многие из них работают по такому принципу. Но есть и те, кто действительно что-то видит, есть те, кто действительно может показать будущее человека и так далее. Кто эти люди? Как они это делают? Они умеют взаимодействовать с биополем. Они умеют взаимодействовать с биополем человека. То есть они, у них чувствительное собственное биополе, и они чувствуют биополе других людей и считывают его. Как точно работает биополе, вы можете прочитать, я думаю, в интернете, вот. Не про биополе рассказывать психологу, вот. Но, тем не менее, те немногие, кто владеют своим биополем и чувствуют биополе других, они могут делать то, что вы описываете. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Через биополе происходит считывание информации о вас. Вот. Значит, другой вопрос, почему вы вообще обращались к гадалкам, потому что это нежелание нести ответственность за свою собственную жизнь, вот. Как правило, люди обращаются к гадалкам, когда хотят, значит, быстро получить то, что им нужно, и знать свое будущее. То есть у человека есть для этого определенные предпосылки. Это первое. И второе, это, собственно, то, значит, для чего вам знать,
как это работает. То есть вам это зачем? Сами гадалкой вы не станете. Это либо есть, либо нет. Именно сами гадалкой вы, ну, вряд ли станете. Вот. Значит, сможете гадать, как, значит, бытовой психолог, основываясь на интуиции. Ну да, сможете. Только будет риск большой ошибки у вас. Вот. Ну и совершенно непонятно, почему вы просите объяснить, как гадают гадалки психологов, задавая вопрос в любовных отношениях. Вот как-то вот вы мне кажется, ну, вероятно, что что-то хотели этим сказать, вот. Но что? Не совсем понятно. Вот вам пишет мой коллега, да, что вы изначально настроены на то, что психологи будут ругать гадалок, но уже обосновываете, что многое сбывается, и вы все равно останетесь при своем мнении, что бы вам ни писали, вот. И, ну, в принципе, я с ним согласен, со своим коллегой Игорем Летучим, как и то, что психологи могут научиться давать будущее. Вот, а насчет предсказаний могут объяснить те, кто предсказывает. Вот, я думаю, что это правильный ответ, ну, то есть адекватный. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вас волнуют любовные отношения, то, соответственно, лучше вам обратиться по любовным вопросам. Ну, с психологическим вопросом. А если вас волнуют предсказания, то, соответственно, лучше задать этот вопрос действительно гадалкам. Но уже какой ответ получите, такой получите. Вот. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.